Всем привет! Меня зовут Алексюк Мария. Меня Скворцова Дарья. Меня Барышева Юлия, и мы тренеры студии танца на пилоне Let's Fly. Сегодня мы разберем связки pole dance второго уровня. Ставьте лайк авансом и начинаем разбор. В связке есть такой элемент, как разножка из пучка. Его можно делать несколькими способами, и если у вас не получается сделать его из брасманки, можно поменять два элемента местами и сделать его из пучка. Переходим в брасманку. Дальней ножкой цепляемся на паучка и отсюда наклоняемся вниз и раскрываем ногу. Для того, чтобы перейти из крутки, из сида боком в рогатку, после того, как вы сделаете круг, верхнюю руку нужно спустить пониже, а нижнюю завести под мышку. Связки давайте рассмотрим, как сделать прыжок бабочкой максимально эффектным. Для того, чтобы прыжок смотрелся хорошо, вам необходимо опустить голову максимально вниз, тогда ноги поднимутся выше. Если вы голову опускать не будете, прыжок у вас получится достаточно низко. Если же опустить голову пониже, соответственно и руки немного ниже, прыжок будет высоким. Это было три связки января для второго уровня полдэнсеров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, не забывайте нажимать на колокольчик и напишите в комментариях, какая связка вам понравилась больше всего. А мы с вами увидимся со связками ровно через месяц.